На автодороге Вильюй завершили капитальный ремонт моста через реку Иим. Работа выполнила подрядная организация «Строймост». Примечательно, что в ней работают местные кадры. Техническая компания полностью оснащена. Работает лаборатория, отвечающая современным требованиям. Большое внимание уделяют бытовым условиям работающих. Добавим, что работы на федеральной трассе идут полным ходом. Это асфальтирование дорожного полотна, строительство и капитальный ремонт мостов, замена труб. Данный объект включен в программу по ремонту дороги Вильюй в связи с тем, что неоднократно размывался ранее, то бишь, он был аварийным. Таким объектом он перешел в федеральную собственность и по федеральной программе его отремонтировали. Стоимость объекта составила 35 миллионов рублей, округленно. Работы по государственному контракту были заложены на год, на 12 месяцев. Но работы выполнены раньше срока,